Чебоксарах начинается подготовка к встрече Нового года. В декабре в столице республики пройдет эстафета Олимпийского огня. На сегодня определены основные световые площадки и арт-объекты на центральных улицах и по маршруту движения эстафеты. Разработана концепция новогоднего оформления, где также присутствуют элементы Олимпиады. Единым элементом оформления станут празднично украшенные живые искусственные ели перед предприятиями торговли, социальными учреждениями, крупными организациями города. Большое внимание будет уделено световому оформлению. Подсвечены будут не только кроны деревьев, но и стволы. Дополнительным элементом спортивной темы станут ледовые скульптуры, символизирующие различные зимние виды спорта. Красная площадь превратится в настоящую новогоднюю страну. Вход в волшебную сказку начнется на бульваре купца Ефремова, который будут оформлять необычные светящиеся ворота. Будет установлена резиденция Деда Мороза. Дополнит новогодний городок каток и ледовая композиция. Кроме того, с 1 декабря начинает свою работу почта Деда Мороза. Маленькие горожане могут написать письмо на тему «Что бы я сделал, если бы был Дедом Морозом или Снегурочкой?». Авторам самых лучших работ будут присвоены звания «Маленький принц» и «Маленькая принцесса». Итоги будут подводить 27 декабря. Так что, молодые телезрители, дерзайте!